Hello, everybody, меня зовут Честер, и сегодня я буду играть в игру под названием Wipeout. Надеюсь, я правильно это произнес. Хрен его знает, что это за игра. В общем, я в нее играю уже. Это Part 1. А, возможно, еще будут выходить Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6, Part 7. Хрен его знает. В общем, мы играем в эту игру. Это, по-моему, она называется Wipeout. Вроде бы так. В общем, какая-то очередная Индия. Ужастик. Хотел сказать инди-стрелялка, но на самом деле просто сейчас можно так говорить про очередная игра про блуждание по лесу. Да. Вот сейчас мы по этому ужасному полюсу. В лесу, короче, ужасно. И тут везде развешанные на штыках жирные тетки. Причем у нее уже печень разлагается. Куда идти, хрен поймешь. У меня была какая-то рука. Я пропустил интро, мы плыли на лодке, и он там что-то говорил. Субтитров нет, даже ни русских, ни английских. Просто мужик с голосом Снейка очень много говорил, матерился на кого-то там. Я под воду ушел. Ну, типа кровь, ну, больше на водичку, сиропчик такой. Вообще, наверное, туннельчик надо идти. Вот он. Ку-ку, есть кто? Опа! Обманка. Я так понимаю, локация какая-то загрузилась. Или нет? Хрен его знает. Плывем назад, посмотрим. Да ты не застревай, мудак. Нет. По-моему, мы вернулись назад. Ну ладно, попробуем сейчас посмотреть, что там. На этой горе скала. Хрена. Есть сундук. Как его открыть? Ну и отдайся мне. Ну давай. Может, на него уже у нас лист. Где моя рука? Показали мою ужасную руку. Я не знаю, как это подобрать. Какой-то листок еще появлялся. И как теперь в этот мануальчик? А вот. Escape balls, light the moving, curve, run, jump. Так, пропустим 1, 2, 3. Ох, ни хрена себе. Я думаю, папал щек, а тут, блядь, на пауке голова, иди в жопу. Что за хрень? Воды боится, я точно знаю. Не, ни хрена, он по ней лазит. Где он? По мне что лазит, блин, по реальности. И как избавиться от паука? На, пока он застрял, мы будем смотреть это. Твою мать. Так. Mouse look around. Backspace hide and thing. Hide это искать? F use. Не, ну я все правильно сделал, что-то не сработает. Backspace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, никогда не работает. Паук застрял, мудак. А что там? Наверное, открылось что-то? Это что такое? Паук неспроста же появился, и вот этот вот скример не вылез, блин. По правде говоря, напугал немножко. Так. Что шот? У меня нечем шот сделать. Киншел. Кэмбрам. Торч. Да. Ничего нет такого.
знаю, я видел по трейлеру, там как-то он разбивал эти штуки. Так, паук пока застрял, мы пойдем туда. Попробуем заюзать. Нет, ни хрена. There must be a way to open this. Seems to be locked. Ай, паук. Да мне плевать на тебя. Я жизни не вижу, что ты мне сделаешь. Если нет хилсов, значит ты не сможешь меня убить, мудак. Поплывем, посмотрим, что есть. Откуда я вообще этого паука надыбал? Хрен его поймешь. Я был, я отсюда начал. Да, я отсюда начал. Пойдем сюда. О, вот есть какая-то циркушка. Возможно, там есть шотган. Ну, понятно. А там что-то есть топор. Возможно, я смогу зарубать этого какого паука головой. Ой, я на крышу залез. Это круто. Что это такое? Опять какая-то баба. Могу. И зачем я сюда полез? Открывайся, мудак. Ладно. Значит, нет ключей. Идем дальше. Точно сюда надо? Или это просто тупик? Вот бочка. Здесь вроде бы все логично, но стоит бочка. Что с ней делать? Ничего. Оп. Что за кнопка? Это кнопка вообще или что это? Потому что хрен поймёшь, что делать. Отсюда мы приплыли. Отсюда игра началась. Сюда я не ходил. Здесь какой-то призрак был. Вот поэтому я сюда не ходил. А что там? Так, это какой-то мост. Блин, ну я вернусь назад таким образом. Что за бродилка, блин, ты думаешь, а? Ладно. О! А как это подобрать? Какая кнопка отвечает за то, чтобы подобрать эту синюю жижу? Никакая, видимо. То есть я жму F, ну, это без толку. Я нашел какую-то дыру. Мне зашел, там проходит загрузка какая-то. Ой, поднимайся. Сейчас еще раз пойдем в ту дыру. Здесь где-то паук. Я его слышу даже. Что нужно сделать, непонятно. Damn, it's locked. Твою мать.
отправляемся в эту кишку. Вот, проходит заброска. Мы такие, бабьём. А тут хренакс, ничего. Ух ты, оказалась пещерка. Так, здесь походу кто-то ритуалы делает, да? Чё-то рожа. Идем потихоньку, не будем бежать. Скример. It's locked. Копай. Походу что-то выходит. Не? Это все, да? Меня назад возвращают. Ух ты. Я залазил. А, это вот череп. Ничего. Возвращаемся обратно, наверное. А, скутер. Одна, две, одна. Происходит загрузка. Где-то паук шляется. В общем, ребят, я на этом заканчиваю. Потому что вот так вот нельзя делать игру, блядь, где хрен что поймешь делать. Ты плывешь на лодке, блин. Мужик говорит где-то, ну, минута три он так вот. Плывешь на лодке, мужик там все разговаривает все о себе, что он там кому-то мстить собирается, кого-то убить там. В общем, с таким грозным голосом, брутальным. Как у Солода Снейка. Ты приплываешь и все, и ты начинаешь жизнь бродить и... Только есть вот. Все. Больше ничего. Я нашел два этих сундука, но как подобрать предмет? Жмешь F, не работает. Ничего не понятно. 1, 2, 3 не работает, то что там написано. 1, 2, 3. Клостел. Что за херня? Не знаю, что это. В общем. Вот такая вот херня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта игра, я название, короче, вы увидите. Оно называется как-то Wipeout. Вроде бы так. И все. Ну, не знаю. Ну как может игра зацепить, если играть? Вот по трейлеру посмотрю, там какой-то экшончик идет. Страх. Тут начинается игра и что? И что мне делать? Узнать не хочу. Всё. Всем спасибо за просмотр. Это был Wipeout. Пока.